Всем доброе утро! Сегодня суббота у нас. Сегодня суббота, 25 мая. Посмотрите, как люди одеты. Шортики, маечки. Ага, шортики, маечки. Какие там шортики, маечки, блин? Вы что? Такая холодина, да. 15. Ну, 15 вроде немного, но ветер. Ветер холодный. Это у нас улица 45-я параллель. Я уже вам говорил. Сегодня у кого там у нас, не знаю. Точнее, у кого вчера было выпускное, у нас сегодня выпускной. Сделали почему-то. Суббота, да, выпускникам не повезло. Прям ветер сумасшедший. Это у нас здание замороженное, походу, неправильно. Что-то с документами, представляете? Выстроили вон дом. Здесь перекресток. Не знаю, что случилось. Но быстро собрали. Ну уже сколько? Года 2-3 стоит. Не знаю, завалят, не завалят. Вот такие у нас дела. Скажите, пожалуйста, у вас интересно, бывают такие здания, которые арестованные по какой-то либо причине? Так, поехали дальше. Сейчас будем поворачивать на улицу направо, на улицу Пирогова. Так, так. Грузовичок забит хорошо. Смотрите, тяжелый на мокрый песочек, блин. Что-то он едет тяжело, тяжело. Ой-ой-ой. Смотрите, на остановках никого. Дедушка. Ну что, можно врезать его, да. Но мы же не такие сволочи, да. Вон, смотрите, как деревья шатаются. Это кошмар. Так. Расскажите и про свои улицы. Как у вас в городе такая, как ситуация? Вот смотрите. Готовился к лету, понарисовали у нас дорожки, но они что-то уже смылись все. Вот новый магазинчик недавно открылся. Так, все, будем прощаться. До новых встреч.